хочу пригласить вас на молитву за пробуждение в Средней Азии, которая состоится уже вскоре. Это так важно — принять участие в этом мероприятии, потому что Бог делает что-то особенное в этом народе. Он обязательно посетит русскоязычный мир. Я хочу, чтобы вы осознали слова из Писания, что один прогонит тысячи, а двое — десятки тысяч. Подумайте, что может произойти, когда вы вместе соберетесь и объединитесь в молитве на этой конференции. Вы можете изменить ход истории наций, где бы вы ни были. Если у вас есть возможность присоединиться к этому молитвенному событию, будьте там. Пусть Бог благословит вас.